Всем привет! С вами снова Ольга, и в этом видео у нас с вами не будет урок, видео будет коротенькое. Хочу вам показать моих новогодних малышей, у меня уже такое новогоднее настроение, я готовлюсь к Новому году, хочется сделать и для вас тоже много новогодних видео. И я придумала вот таких вот маленьких малышей, они в стиле Лали-Лала мини, но немного другая схема у них. И вот такое веселое новогоднее рождественское оформление. Я надеюсь, что они вам нравятся. Будет еще один пятый малыш. Сейчас он у меня в процессе, я его не закончила, но уж очень хочется показать вам, наконец, вот эти фигурочки, над которыми я работала достаточно так долго, можно сказать. Надеюсь, что они вам нравятся. Если нравится, обязательно ставьте лайки на это видео. Если не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Я очень скоро покажу, как связать каждого из таких малышей. Схема вязания туловища и головы у них у всех одинаковая. Для этого у меня будет один видеоурок, где я подробно показываю, как связать туловище, голову, ручки. А все остальное оформление мы будем с вами делать для каждой фигурки в отдельном уроке. Если у вас есть предположение, какая же будет пятая фигурка, то пишите об этом в комментариях. И давайте посмотрим, насколько быстро вы угадаете, кто же будет пятым. Итак, у меня на сегодняшний день готов малыш-олененок, вот такой вот миленький. Честно говоря, думала сделать ему хвостик, но как-то передумала я его делать. Если хотите, можете сделать такую небольшую кисточку. И вот такой вот малыш у меня получился олененка. Снеговичок. Вот такая шапочка у него забавная. Шарфики все снимаются, шарфики я не пришивала. Рождественская звезда или новогодняя звездочка. С этой фигуркой я мучилась, если честно, больше всех. Уже думала, уже все, наверное, звезда у меня не получится, буду кого-то другого делать. Но в итоге сделала вот такую шапочку, мне кажется, она милая и симпатичная. С кучеряшечками у меня малыш получился. И четвертая фигурка — это рождественский эльф. Такой милой шапочки можно вместо бомбончика повесить ему колокольчик, будет, наверное, еще веселее. И вот такие вот рождественские фигурки мы с вами в скором времени обязательно свяжем. Если вы на канал не подписаны, обязательно подписывайтесь и не пропустите новые видео уроки. И вот такое коротенькое видео у меня сегодня получилось. Так необычно для моего канала. Обычно видео все такие достаточно долгие. Но я надеюсь, что вы оценили моих малышей, оценили работу и будете с нетерпением ждать каждый урок, который будет выходить на моем канале. А на этом все. Всем спасибо и пока-пока. До новых встреч!